Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить очень вкусный рулет из оленины. Вот такой у меня красивый кусочек. Здесь примерно 2 килограмма. Еще нам понадобится свиная сетка, внутренний жир, сырокопченый бекон, перец черный, сухой чеснок, сухая аджика и соль. Рулет получится очень вкусный. С мяса снимаем всякие лишние тут пленочки. Мартин. Теперь этот кусочек нужно сделать тоньше. Этот вот он сам отпадет, он здесь практически не держится. Его пока в сторону. А этот сейчас нужно будет как-нибудь расшить красиво. Вот так. Это пока сюда. Этот кусочек тоже разрезаем вдоль еще. Вот так вот. На, пусть. Накрываем это все пленкой. И отбиваем. Ну и теперь начинаем собирать рулет. Солим крупной солью. Перчим. Посыпаем все сухим чесноком. Сухой аджикой. Вот здесь поуже кусочек, сюда докладываем еще этот кусок, его тоже солим. И теперь аккуратненько заворачиваем наш рулет.
Сверху его тоже солим. Перчим. И также присыпаем всем остальным чесночком. Теперь рулет пока отставляем в сторону. И раскладываем нашу сеточку. И теперь переносим сюда наш рулет. Будущий. И заворачиваем плотно. Хорошо. Можно в несколько слоев. Края обрезаем. Упаковываем все это в пленку. И оставляем так мариноваться минимум часа на 3. Я оставлю на ночь. Мясо ночь простояло в холодильнике. Часа за 3 я его достал, чтобы оно приняло комнатную температуру. Вот такая получилась красота. Сразу вставляю сюда щуп для измерения температуры. И я уже нагрел духовку до 220 градусов. Отправляем туда рулет примерно минут на 40. Сейчас температура внутри куска мяса 25 градусов. И вот желаемая температура 80 градусов. Ее можно понизить градусов до 70. Это по желанию. При температуре 220 градусов мясо запекалось примерно 40 минут. Теперь я ставлю температуру 150 градусов. И продолжаем запекать, пока температура внутри куска не выйдет на желаемый результат. Температура внутри куска 69 градусов. Мясо фактически готово. Укладываем сюда картошечку. Запекаем так еще минут 10 и все. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая красота. Вот такая получилась красота. Ну что, друзья, пробуем, что получилось. Вот такой красивый, ароматный получился рулет из оленя. Пробуем. Удачи вам, друзья, счастья и здоровья. Исключительно нежное мясо получилось. Настолько вкусное. Тебе сейчас дам. Прям я не знаю, что сказать. Очень вкусное. Прям вкусное-вкусное. Запах невероятный. Все просолилось. Вот эти прослоечки бекона здесь хороший привкус, аромат дают.
картошечку. Это просто сказочное какое-то блюдо. Сказочное.